And now, ladies and gentlemen, finally, it's time for your main event of ACB 56. Let's meet the fighters. Готовились мы в Минске. Каких-то изменений тренировочный процесс у нас не претерпел. Тренировались в том же режиме, как бы. Вот. Ударная техника. Ну, конечно же, джиу-джитсу немножко мы поработали, поднатянулись чуть-чуть в борьбе, потому что мой соперник больше как бы работает внизу, на конвасе, поэтому мы готовились, чтобы противостоять ему. Весь этап подготовки проходил у нас в зале «Берсерк Тим». Также тренировался в зале Fight Academy с тренером Артуром Мулинова. Всего 2 месяца тренировок. Все прошло отлично. Ну, это такой вид спорта, в котором нельзя предсказать, что будет. Как бы. Одна ошибка, как бы, все может перенестись вниз. Конечно же, планируем навязать ему свой ход, рисунок боя, свои сильные стороны, навязать ему свое, то, что я хочу делать в ринге. Но как будет, мы увидим, конечно же, там. Я смотрел его бои, он хороший ударник. Отлично работает руками, ногами. Мне показалось, что он послабее в борьбе, в партере. Этим я хочу воспользоваться. Ну, ответственность, конечно же, есть большая. Ну, не скажу, что это большая ответственность, потому что это спорт, но тем не менее, как бы она чувствуется. С одной стороны, это поддержка, это пришли люди, но с другой стороны, ты чувствуешь, что ты не можешь их подвести, должен выступить достойно. Достойно, прежде всего, выступить. Неважно, выиграешь ты, проиграешь. Выходи, делись как мужчина. Не подумай ни на секунду о поражении. А выиграешь и проиграешь, там уж будет решено. And now, ladies and gentlemen, for the ACB fans watching around the world, and for all the fans right here in Minsk, Belarus, it's time to knuckle up and throw down! It is 3 5-minute rounds in the middleweight division. Introducing first, the fighter in the blue corner. He is a mixed martial artist standing 1.85 meters tall and weighing in at 84 kilos. His record, 8 wins and 1 defeat, fighting out of Poland, Maciej Maczenko Rozanski. And now his opponent, standing across the cage and fighting out of the red corner. He is a combat sambo specialist, standing 1.87 meters tall, making weight at 84 kilos. His record, 15 wins, 5 defeats, fighting out of Belarus, Dmitry Foytov. The referee, when the action begins, is Viktor Korneev. Hey, gentlemen, it's a main event. You know rules. Show clean fight. If I say stop, it's stop. Okay, listen, my comment on time. Touch your gloves. Go, Connor. Ну что ж, бойцы представлены. В общем-то, бэкграунд каждого из них я поведал. И сейчас, собственно, действие. Дмитрий Войтов против матча Розанского. Перчатки с синим скотчем. Польский боец матча Розанский и перчатки с красным скотчем, соответственно, Дмитрий Войтов. Это средний вес, весовая категория до 84 килограммов. Идет вперед поляк. И покажет... Ох, опа! Хороший момент для Войтова. Ну, здесь нужно... О, какое колено! Все, колено, да, не отпускать. Ух! Добить надо, конечно, ух! Пока плывет поляк. Ну, держит, держит пока Розанский, но... в очень тяжелом положении он находится. Бить, бить, бить надо, не останавливаться. Дмитрий Войтов славится своей ударной техникой. Нельзя отпускать поляка ни в коем случае Дмитрию, если он хочет выиграть быстро и убедительно. Дает сейчас время на восстановление польскому бойцу Дмитрию Войтов. Хорошее начало для Димы. Ну, а матчу, конечно же, нужно восстанавливаться. Еще одно попадание слева. Все хорошо, летит, все залетает у Войтова по сопернику. Но мы видим, огрызается Розанский, огрызается пару боковых. Повнимательнее надо быть Дмитрию Войтову, повыше руки. Помним бой
Андрея Корешкова, когда он тоже вел, но пропустил нежданчик и был нокаутирован. Поэтому, естественно, опасения Войтова понятны. Но, тем не менее, он в начале раунда очень хорошо заявил о себе в этом поединке. Продолжает Войтов бить по корпусу одиночными ударами. Работает в два этажа. Еще один удар в корпус. Хорошо попадает на отходе. Хороший правый от Войтова. Ух! Ну, взял паузу Дима. У матча есть шансы прийти в себя. Розанский идет вперед. Опять ведет уже, ведет Розанского. Это даже видно. Но, тем не менее, матчи на ногах. Держит поляк удар. Да, с челюстью все в порядке у польского бойца. Это немаловажное качество. Еще одно точное жесткое слева попадание было от Дмитрия Войтова. Апперкот справа на дистанции от Войтова. Практически все залетает у Войтова. Но какой молодец поляк, как он держит эти удары. Ух! Взял Войтов паузу. Хорошо по печени. И до этого залетел у него рука крюк туда слева. Же, да. Да, крюк слева был по печени. Вы слышите угловых. Нагружать печень. Тоннаж должен сказаться рано или поздно. Видимо, такая тактика у Димы. Смотрите, поляк молодец, огрызается, огрызается матч Розанский, дает он бой. И время от времени попадает, кстати. И попадает, да. Матч не ахти какой ударник, из 8 побед у него лишь 2 победы нокаутом, либо техническим нокаутом, но, тем не менее, это серьезная весовая категория, 84 килограмма, на самом деле, конечно же, бойцы, наверное, где-то как минимум под 90. 90 весят. Никаких попыток перевести ситуацию в партер со стороны польского бойца, кстати говоря. Ох! Опять попадает. Слева Войтов Дмитрий. Слева. Он левша, в принципе. Я думаю, что вы уже, естественно, заметили, что Дмитрий Войтов левша. Ух! Навстречу, как выбрасывает руку Войтов. И тейкдаун от со поляка. Стороны польского бойца. Но это шанс для него перевести ситуацию в партер. Ему удается. Отмечал матчи Розанский в промо-ролике о том, что на его взгляд преимущество у поляка как раз-таки в партере. И, собственно, просовывает ногу польский боец. Но Войтов не дает ему зайти, запрыгнуть в маунт. Заканчивается первый раунд. Пытается обойти ноги матчи Розанский. Я думаю, долежит, додержится Войтов. И во втором раунде, естественно, белорусу нужно будет работать в стойке. Ну а поляку переводить ситуацию в партер. Хороший первый раунд. Очень-очень насыщенный. Абсолютно не скучный. С кучей, так сказать, возможностей. Ну, в какой-то степени, наверное, нереализованных даже. Но тем интереснее будет посмотреть вторую пятиминутку.
Ну что ж, у нас второй раунд. В первом раунде было все очень-очень насыщенно. Были хорошие шансы завершить бой досрочно у Дмитрия Войтова. Но, тем не менее, поляк выдержал всю бомбежку. И даже поработал в партере. Пошел вперед польский спортсмен. Матчи Розанский, он в перчатках с синим скотчем. В перчатках... Опа! Хороший размен в стойке. Вечер давным-давно перестал быть томным уже в Минске. Дмитрий Войтов, местный боец, в красных перчатках. Попытка прихватить ногу со стороны польского бойца, перевести ситуацию в партер. Нельзя держаться за сетку. Делать предупреждение Дмитрию Войтову. Рефери поединка Виктор Корнеев. Но здесь все предельно ясно. Сильная сторона Дмитрия Войтова, работа в стойке, ударная техника. Матчи Розанский при первой же возможности попытается перевести ситуацию в партер и попытать счастье там. Но пока мы видим, он неплохо работает джебом, хотя пропускает сейчас от Войтова. Опа, хорошая атака. И отвечает Войтов. Поляк демонстрирует хорошую челюсть. Пропускает серьезные плюхи, по-другому не скажешь, от Дмитрия Войтова. Но, тем не менее, смотрите, все держит. Колено вставляет. Польский боец. Вы слышите угловых Дмитрия Войтова? Советуют они продолжать бомбардировать печень польского бойца. Хорошо, на отходе левым цепляет Дмитрий Войтов. Дима пока работает одиночным, ему бы прибавить серийности в работе. Вот здесь шанс может быть, а может и не быть. Да, спокойно встает поляк. Польский боец. Продолжается поединок в стойке. Преимущественно работа на руках. Да, практически забыли про лоу-кики, про хай-кики, про мид-кики. Оба. Втянул Дмитрий Войтов, польского бойца, в этот размен. Но опять попытка прохода в ноги от поляка. И удается ему тейкдаун. Он в халф-гарде. Ну, здесь уже все, что называется, козыри в руки польскому бойцу. Это его воды. Попытался он запрыгнуть в маунт, но там выставил ногу Дмитрий Войтов. С другой стороны, Дима находится около сетки, он лишен пространства. И здесь все шансы у матча работать так, как ему выгодно и удобно. Сайд-контроль со стороны польского бойца был. Попытка вставить Дмитрия Войтова. Бэкмаунт со стороны поляка. Ну, здесь варианты. Здесь варианты. Войтову нужно сбрасывать поляка. Забрал спину. Либо делать обратный слэм. Душит. Все, сдача. Сдача. Вот так вот. Вот так вот, дорогие друзья. Поляк реализовал свои возможности как бойца, который побеждает обычно приемами. Вы все видели сами, по-моему, здесь комментарии излишни. Были шансы в первом раунде у Димы все закончить досрочно. Он их упустил. Не делаешь ты, делают тебя. Грубо, но справедливо. И мы ждем официального объявления победителя. Ladies and gentlemen, referee Victor Korneev stops his fight at 3:34 of round number two. Your winner by tap out due to rear naked choke.
Ну что ж, мы поздравляем Мачея Розанского с досрочной победой. Уважение его сопернику Дмитрию Войтову